Здравствуйте, а с вами магазин Автозвук.UA. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании OLED, серия R, на цоколь HB3, HB4. Артикул данного комплекта R-HB3, HB4, STR2. Поставляется в фирменной упаковке комплект. Внутри у нас небольшая инструкция. Две светодиодные лампы и дополнительные проставочные резинки. Данные лампы, как заявляет производитель, мощностью 30 Вт. Лампы абсолютно полностью металлические, включая посадочный цоколь. На каждой лампе используется по 6 светодиодов высокой эффективности. И также есть две системы охлаждения. Активная в виде кулера и пассивная в виде радиатора. Питание подключается 12 Вольт с помощью стандартного разъема. На проводе подключения есть небольшой драйвер, герметично запакован в металлическую коробочку. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп мы сейчас подключим на 12 Вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 Вольт. Лампы отсвечивают очень и очень ярко. Белый световой поток. Заявленная цветовая температура 6000 Кельвин. Мощность ламп, напомню, 30 Вт. После установки таких ламп в любой автомобиль в обязательном порядке нужно выставлять правильную светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения, потому как яркость очень и очень высокая в данных лампах. При покупке на комплект ламп распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.